рада, что сегодня я здесь, в Котласе. Про ваш город много наслышана, должна была быть здесь 2 года назад, но приехал Майданов и все мне перебил. На самом деле это шутка, потому что когда идут такие артисты высокого ранга, как я уже сказала, мы стараемся где-то через неделю уже приезжать, через 2 приезжать. Но я думаю, что все-таки здорово, что мы сегодня вместе с вами здесь собрались. Спасибо вам большое, что вы нашли время. Я приехала одна, но это ничего не значит. Петь я буду вживую. Петь мы будем все вместе. Это я вам точно обещаю. Программа будет хорошая, насыщенная. Помогать мне будет местный коллектив, замечательные девочки и ребята. Мы с ними познакомились сегодня. Ну, а я вся ваша. И мои песни сегодня все для вас. От Русея! Ребята!